Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в Юрский мир. Так, ну что, схватки? Сколько у нас тут с тобой прошло времени? Ну, где-то, наверное, полчаса. Может, чуть больше. Так, схватка чемпионов, да, именно здесь я хочу повоевать. Так, водоплавающий Кулазуха. Я думаю, не стоит сюда брать. Или стоит? Зухумим. Что еще за Зухумим? А вот этот, например, справится у меня? Лимносцелис. Даже не знаю, друзья мои. Это редкий получается, да, у нас? А я обычного. Нет, наверное. Хотя, погоди-ка. Ну, да, Зух. Слушай, я все-таки возьму. Я рискну, ребята. Нам можно взять троих, судя по всему. Так, против этого я возьму хищника. И желательно против Диплодока взять, наверное, ну, такого серьезного, да? Можно Гуаньлуна попробовать зацепить. И Кулазуха, что ли, взять. Диплокаулуса, наверное, я все-таки возьму. Но это чисто, ребята, будет подстраховка. Если вдруг у нас не получится завалить Диплодока или еще там кого-нибудь. Так, Зухумим. Довольно такой взрослый, серьезный противник. Так, Лимносцелис, ну, в принципе, ребята, он может справиться, но не будем рисковать. Возьму бонус. Неужели он сейчас все в атаку спустит? Меняет? Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, 113 к атаке, ты че, парень? Ты давай-ка завязывай с такими шутками-то. Ну что, ребята, я думаю, блин, если я две атаки, ну, давай, сделаем. А, защитку ты поставил, да? Сморчок ты несчастный, ладно. Давай посмотрим, будет менять? Меняет, ребята, динозавра. 95 урона он может нам нанести. Но я думаю, что он не будет этого делать, естественно. А нам с тобой опять надо поменять. Можно было бы взять, конечно, Кулазуха, но я уже не стал рисковать тебе. Влупляем. Да что ты будешь делать? Опять защиту сделал. Так, ход противника. Все в атаку будет сливать, скорее всего. Да, все в атаку, ребят, сливает. Уничтожает меня Лимносцелиса. Мне бы, конечно, здесь выгоднее было бы взять Кулазуха. Но так будет даже слаще уничтожить его. Иди отсюда. Так, и выходит Диплодок. Так, 57 хп. Слушай, если он сейчас все в атаку сольет, нам крышка, ребята. Твою дивизию. Так. Ага. Раз, два, три, четыре. Хватает нам? Да, нам хватает его завалить, ребят. Замечательно. То есть он не выкрутился. Думал, что у него все пройдет, да. Все будет у него чётенько, но он... Он лопухнулся. Вот и все. Тем более я играл не самыми мощными своими, извинения, динозаврами. Так, опять код 19. Я уже сразу определяю, ребят, по тревожной музыке. Так, поздравляю, вы получили ДНК. Не надо только вылетать из игры, пожалуйста. Не надо. Я знаю, что ты можешь чудануть. О, в этот раз прошло все хорошо. Да еще бы не хорошо. У нас все время все хорошо проходит. Оуэн старается. Так, ну что, мы идем с тобой на следующий поединок. Так. Чемпионы, набор. Ух ты, Галимим, ничего себе, это прокачанный. И плюс... Амманалафазавр. Ну, против этого, наверное, возьму Велоцираптора я. А вот против... А вот против этого возьму Кулазуха. Так, и нужно взять кого-то на подстраховку. Кого тут возьмешь на подстраховку, я даже не знаю. У нас очень мало вот этих амфибий. Очень мало, ребят. Что-то с этим нужно делать. Ну, Дозуха взять, что ли? Это я именно против Манолафазавра. Давай возьмем. Мне кажется, это ничего хорошего не будет из этого, не получится. Ну, Дозух слабый. Нам нужно еще хотя бы его прокачать, малька. Так, ну здесь, о-о-о, друзья мои, здесь шик и блеск. Давай-ка просто бомбанем.
Галимим. Ну и что ты сделаешь? Ну и что? Что? Меняет, да? О, 123. Вот это уже посерьезнее, ребят, заявочка. Лазух, выходи. Выходи и возьмем кому, наверное, с тобой бонус. Вот так вот. Будет атаковать? Нет, у него броня. И две атаки будет делать? Да. Не побрезговал, друзья мои, он двумя атаками. За что ему огромное спасибо, потому что мы его сейчас выносим. Иди отсюда, халабуда несчастная. Так, и Галимим выходит. Ну, Галимим, конечно, нас тут вырубит сейчас. Тут понятное дело. Он делает одну атаку. Две у него остается, скорее всего, может быть, на защиту. Одну, скорее всего, он возьмет на защиту и одну на бонус. Поэтому берем с тобой полностью все. А, вот как. Но это его не спасает. Это, ребята, его не спасает. И мы с вами здесь побеждаем. Ну, говорит об одном, что мы проходим с тобой дальше. На следующий поединок. На последний. Последний бой мы с тобой делаем. Соответственно, забираем потом пак. Пак с редкими животными. Точнее, динозаврами. И я очень хочу, чтобы, ребята, выпали мне, ну, не дубли. Хотя и дубли тоже неплохо. Мы же можем их соединять, ребят, прокачивать дальше. Так, смотрим. Диплодок, паразауролов и ихтиостега. Ихтиостега, ё-моё, редкая какая-то, ребята, фигня. Ты посмотри, это амфибия, очень жесткая амфибия, ребят. Так, бесплатно я беру тирекса нашего. Так, ну, естественно, алангозавра. А вот против этого-то что взять мне? Аэротитана. Ну, наверное, придется аэротитана брать. Больше у меня тут нет хороших летунов. Ну, тропиогнат есть только. Но это мне надо будет убрать тогда алангозавра. Твою налево. Алангозавра убрать. Я рискну, ребят. Я рискну все-таки. Я очень большие ставки делаю на тирекса, на нашего. Ты понимаешь, да, что сейчас... А, мы вырубим его. 490 хп. Давай нанесем все-таки урон. Естественно, он сразу будет менять. Я больше уверен, будет менять. 224, ничего себе. Слушай, а мы же можем его сейчас вырубить, да? Нет, не можем, ребята. Блин. Давай тогда поменяем, наверное, с тобой. И поставлю я, наверное, защиту. Так, он тоже ставил защиту, понял. И бонус, наверное, да, заклепал. А, меняет опять. Упс. Нам повезло. Так, пора с ним, наверное, завязывать, я думаю, с этим хлопчиком-то, да? Ну-ка. Попробуем его на вшивость. Ага, крышка ему. Обделался. Блин. А этот нас, конечно, сейчас уничтожит, ребят. Да-да-да. Так, ну он потратил два очка. Так что пора нам, наверное, его тоже наказать. Иди отсюда. Сможем пробить-то? Да. Ну, а диплодок вообще нам уже не страшен, потому что он травоядник. Даже если он аэротитана мне подобьет, то тирекс его просто размажет здесь, понимаешь? Размажет. Все, да выпендривался. Поехали, ребята. Я все, естественно, в атаку. Че тут? Он все в защиту, но прекрасно понимает, что у меня на одно очко, как говорится, было побольше. Поэтому пробил я и защиту, и еще и зацепил его. Так что все шикарненько. Ребят, получаем с вами пак и смотрим, что нам из него выпадает. Потом надо будет еще два ПВП-сражения сделать. Чемпионы. Ну-ка. Так, это меня не интересует. Меня... Да ладно, опять стегозавр. Слушай, это второй, ребята, стегозавр.
так сказать, хотел сказать за серию, но получается, что он не за серию, ребята. Так, вам нужен уровень 60. Битва титанов, ты прикинь. Ой, как вкусно-то там. Умонозавр. Блин, прикольно. Ну, 60 уровень, куда, ребят? Знаешь, сколько мне надо будет тут биться, чтобы получить 60 уровень? Ладно, пойдем с тобой пока на ПВП. Единственное, что, блин, все в откатах. Ну, я больше уверен, что здесь, конечно же, мы продуем. И играть я буду, ребята, не за баксы, а за рекламу. Придется просматривать ее, естественно. Ну, тебе-то это не грозит ничем. Ты все равно ее не увидишь. Давай посмотрим, кого нам тут. Ну, понятно. Лимнаринг, естественно, эпик. Да? Гибрид. Ну, что тут делать с ним? Ну, вот как вот мне 481 хп пробить? Да никак. Что такое ощущение, что я с ним уже воевал? 75, что он там взял? Он взял наверняка бонусы, да? Давай я вот так сделаю. Три атаки, если он сделает... Нет, он не пробьет нас. А вот мы его... А вот мы его можем сейчас пробить. Неизвестно, сколько он, правда, взял в защиту. Я рискую, ребята. Нет, мы его не добили, к сожалению, друзья мои, не добили. А вот нам, скорее всего, сейчас будет крышка. Но ему придется очень много потратиться, чтобы пробить меня. Это как минимум три. Да, три атаки ему нужно нанести. Две он себе оставил на запас. Две оставил на запас. То есть, скорее всего, две защиты он взял. Но в любом случае я его пробью. Да, в любом случае мы его пробиваем. И тут остается у него диплодок плюс вот этот вшивенький. Че он? Ну что он тут сделал? Ну смотри, 13 урона. Ну поменяет он, да, предположим. У него травоядники остались, поэтому... Ребят, ну о чем тут можно говорить? Если он даже... Да, короче, давай пробивать. Рассусоливать тут еще что-то. Он, конечно, все в бонус, наверное, влил себе, да? Сейчас у него будет 6. 6 на 12. Не пробьет. Не хватит, ребята, ему мощей. Единственное, что он сейчас может себе все в броню воткнуть. И 6, это получается 4 в броню, да? И 2... Ага. Сделаем тогда с тобой немножко похитрее. Вот так вот. 2 в броню. Я не удивлен. Так, 5. Нет, не хватит ему. У меня 3 защиты, ребята. А выше-то не взять ему. Нет, мы... Или пробьет. Пробил, ты прикинь. Такой смотрит еще на меня. А, нет. Все, тогда крышка тебе, парень. Пока. Найс. А я что-то понял. Обычно вот так вот показывают, когда такие вот завершающие удары. Это когда у тебя убивают динозавра. Но здесь, видишь, просто, видимо, захотели меня пугануть, шугануть. Не пробил, короче. Так, это был первый ПВП бой. Нам нужен еще один. Нам нужен еще один. Так, приз новичка. Еле-еле крутит, ребят, еле крутит. Все время дают то монеты, то еду. То монеты, то еду. Ни разу еще не выпало мне доллары, чтобы отсюда выпали. Ни разу такого не было. Так, ну что, давай еще один вызов сделаем с тобой. Последний. Ну, тут придется нам взять скалозавра. Давай, ты еле-еле. Ну, скалозавра, наверное, мы сделаем вот так вот, ребят. Вначале дилофозавра, потом скалозавра. И... Майюнгозавра. А тут уже что, нельзя за рекламу, да? Тут уже обязательно тратить 5 долларов. Ну, у меня выбора нету. Придется, ребят. И сейчас смотри, какого сейчас дадут мне мощного соперника. Ну,
Топижара и монолофозавр. Зашибись, это два редких. Ну и что мне тут с ними делать? Вообще ничего не сделаешь. Вообще ничего не сделаешь. Тут можем уже сразу сфейлиться, ребята, и все. Ну что, он возьмет две атаки 100%. Давай так вот сделаем. На бонус 70 на 4. Блин, да не хватает. 100% он взял защиту. Ну, 100%, ребят. А майонгозавр еще меньше наносит урона. Ладно, я сливаюсь. Короче, тут все равно, ребят, ничего не поделаешь с этим делом. Топижара всех ушатает. Должен ты это прекрасно понимать. Хотя, не знаю. 25 уровня редкий против... О, меняет. Он меняет, ребята, и, скорее всего, ушатывает нас. Две атаки, да, этого ему достаточно будет. Ага. Так, ну что, мы с тобой все в атаку сливаем. И крышка ему. Не ожидал, если честно, не ожидал, ребята, что именно вот так все выйдет. Я думал, фейл будет здесь у нас. Так, а это 33 на 5, 150. Ну, там, даже 200 он пробьет. Не сможет он вас уничтожить. Опа, а почему такой бонус-то офигенный? Ну, в любом случае, ему крышка. Все, ребят, он все слил. Все в атаку, как говорится. А, естественно, майонгозавр его рвет в клочья. Я даже немножко удивлен, что мы с тобой прошли довольно слабыми, причем, ребята, динозаврами. Обычно на поединках, на этих, на аренских, против меня выставляют, ну, какую-то дичь имбовую. А тут, видимо, просто мне фартануло. Так, ну что, давай приз новичка крутанем. Еле-еле крутит. А почему? Ну, 20... Ну, спасибо, вот только про деньги говорил, ребята, что не выпадает. И на тебе. Видимо, игра подслушала, да? Так, ух ты. Блин, я уже думал, что... Нет. Что у нас новый уровень. И как раз у нас подоспел динозаврик. Это... Как тебя величать-то? Сейчас посмотрим. Ага. Пахицефалозавр. Помещаем его сюда. У нас их два. Мы можем, в принципе, что сделать? Откормить и скрестить. ДНК у нас с тобой есть. 29 минут, я подожду. Здесь уж я подожду. Так, здесь забираем. Чуть-чуть. И открываем VIP-набор. Так, запрос обрабатывается, давай обрабатывай быстрее. Так, деньги, деньги, доллары и дым. И все? Ну это, ребята, жульничество какое-то. Они мне даже вообще никакого, даже элементарненького динозаврика не подкинули, прикинь. А зачем? Перебьешься. Так, ладно. А я это запомню. Так, вот я думаю, может быть, нам все-таки джунгариптер. Вот кто здесь сильнее, джунгариптер или топижера? А, вот, нам нужно с тобой стегозавра вывести. 50, блин. Че, связь потеряна? Так, я успел зайти, ребята. Пока вас не было, вам пришли подарки. 260 очков доверия. Спасибо, конечно, за это. Так, тут у нас забрать боссы всемирных событий. Благодарим за терпение. И что нам тут? Статуя Акупары? Так, доллары, доллары. Ёк-макарёк, ребята. Золотая статуя Акупары. Хе-хей. Это надо будет поставить. Обязательно. Так, а там еще какой-то, да? По-моему. Какой-то еще приз. Так, смотреть видео, да... Подожди. Смотреть приз. Вот, благодарим за терпение. Здесь 250 ДНК. Все. Все, что могли, мы забрали. Так, подожди, я... Успел скрестить? Где наш там пахицефалозавр? Так, Афиакадона, надо, наверное... Хотя хищник потерпит. Потерпит он прокачки. Так, это не то. Где наш пахи...
Блин, то опять не то. Да куда ж ты делся-то? Это не то. Куда его сунул-то, ё-моё, я уже и не помню. Слепой, как черепаха, ничего не вижу. Тираннозавр, нондозух. Нондозуха, мне кажется, ребята, знаешь что? Надо вывести еще одного и прокачать до 20 уровня. Я думаю, что это будет офигенно. Хотя бы еще будет один у нас. Еще одна амфибия. А он у нас вообще есть, он где-то должен быть. Так, стегозавр. Ну, здесь уже я активирую, так уж и быть. Тут час ждать. За каждую рекламу минус 20 минут. Слушай, да я припарюсь тут смотреть эти рекламы. Блин, подожди, а куда я его сунул-то? Люминосцелисок тоже бы, конечно, прокачать по фулке не помешало бы. И стегоцефала, но его нужно получить для начала. Кулазуха прокачать можно было бы. Так, подожди, а что у нас по схваткам вообще? Еще есть что-нибудь? События какие-нибудь? Все. А на сегодня, да, ребята, по схваткам закончено. Стая динозавров. Победить против... Вот это круто, конечно. А здесь только обычные. Скоро в игре. Через один день, 19 часов. Денежная борьба. Вот, за баксы. Но требуемый уровень парка 30-й. 35-й. 60. Ну, ты представляешь, да, чем круче мы свой парк раскачаем, тем больше у нас будет возможности участвовать в разных битвах. То есть серии могут там у нас по полтора часа потом длиться на одних только поединках. Ты прикидываешь? Это, конечно, круто. Так, а что же я хотел сделать-то? По заданиям нам нужно сколько там еще? Еще два, ребят, еще два вывести. Ну, слушай, давай попробуем, знаешь, как сделать? Если у нас инкубатор. Так, подожди, где он у нас? Вот он. Если я вот этих вот двух выведу, в принципе, этого будет достаточно. Но, кстати, вот здесь можно завершить по-быренькому. За 33 бакса. Забираем, да? Это у нас диплодок. Мы его, естественно, помещаем. Прокачиваем. Так, требуется инкубатор. За 100, да иди ты в пень. За 100 баксов инкубатор, ага, конечно. Опять код 19. Ой, ну-ка. Все хорошо, да, отлично. Так, это засчиталось как? Да, это засчиталось, ребята. И остается еще одного. Одного динозавра вывести. Но он у нас есть, да? Он у нас стоит, и тут. Сколько? 11 часов. А можно что-нибудь попроще? Блин, 556. Тут 153 бакса надо потратить. Слушай, давай, знаешь, как я попробую сейчас сделать? По 20 минут 11 часов. А можно кого-нибудь попроще? Просто самого простецкого какого-нибудь. Трицератопса, например. Или там опять? А, 50 долларов. Ладно, я активирую, друзья мои. Ускорить бесплатно. Все. Отлично, мы с тобой забрали. Соответственно, мы завершаем с тобой задание. Так, забираем награды. И у нас с тобой следующее задание какое-то, ребята, там доступно. Когда новую башню достроят, у нас за спиной будет прекрасный панорамный вид на мир юрского периода. Прекрасно. Кстати, вы смотрите разговор на час? Я телевизор особо не смотрю. Они послали Жанет Ковальски, у нее репутация дотошного журналиста. Хм, с одним журналистом как-нибудь справлюсь. Купите и разместите гейзер. Серьезно, где? Вот он. Ну вот сюда, в принципе, его и можно поставить, да? Хотя, есть, наверное, где-то и... А сюда не вместится. Ну ладно. Пускай стоит здесь. Задание выполнено. Так, забираем награды. Зара, моя сестра звонила. Хочет знать, чем ребята занимаются. Они смотрят, как Оуэн дрессирует динозавров, вроде бы. Лишь бы в неприятности не влипли. А так, пусть делают, что хотят. Эпилог. А, эпизод 12. Двойное дно.
За тобой гнался трицератопс? Он как будто меня хотел сожрать. Чувак, они же травоядные. Да и пофиг, он за мной гнался, я убегал, он упал в грязь, я позвал на помощь. А вообще, куда мы идем? Сейчас проверю. Купите и разместите садовую фигуру велоцираптора. А она у меня есть? Есть. Она даже сюда помещается шикарно. Завершаем. Задание выполнено. Так, забираем с тобой награды. Нам чуть-чуть остаются, ребята. Итак, я спас трицератопса. Ты знал, что некоторые палеонтологи считают, типа, трицератопс это просто детеныш тарозавра? Это же полная дичь. Не знаю, как насчет дичи, а вот то, что у нас код 19 вовсю гремит, это я прекрасно вижу. Давай, Оуэн. Мне нужна пауза. Как насчет кофе? Может, продолжить в кафе? Собери доход с кофейни Боб Джунгли, так, с бонусом 8% или выше. Ты точно знаешь, куда идти? Да вот же, все на карте, джунгли, водопой, сюда. Я застрял в грязи, помоги. Замри, я тебя вытащу. Так, соберите с динозавров 60 тысяч монет. Так, у нас с тобой два задания есть, да? Собрать, а есть такое у нас? Есть. Слушай, по-моему, мы сейчас получим 25 уровень. Хорошо, Саймон, вы готовы? Поехали. Недавно парк юрского периода обвинили в жестоком обращении с животными. Ваш комментарий. На это, мисс Ковальский, я отвечу, что мы уже продемонстрировали успешную интегра... А разве одно из ваших чудовищ недавно не сбежало из вольера, когда в парке было 40 тысяч гостей? Это ваша успешная интеграция? Это не совсем. Не оправдывайтесь, нельзя отдавать ей инициативу. Да, друзья мои, новый 25 уровень, шикандосик. Так, территория расширения, так, новое улучшение и плюс схватка 25 уровня у нас открыта. Устройство слежения за солнцем. Ту-ту-ту-ту. А самое главное, что мы с тобой открываем водоплавающих. Ух ты. Прогнатодон и протостега. Хе-хе. Замечательно просто, ребята. Так, это мне не нужно. Так, арена водная, ребята, нам доступна теперь стала. Разрушительные волны. Водный парк открыт. Наполните его существами и участвуйте в сражениях. Получить супер ДНК можно за выполнение заданий. Супер ДНК, который находится на панели заданий. Выполните слияние супер ДНК и существующего гибрида, чтобы получить супер гибрида. Супер гибрид еще какой-то будет. Хо-хоу. Так, ну-ка, ребята. Схватка уровня 25 у нас доступна. Награда будет топижера. Подожди секунду. Вот, да, значит, у нас это все-таки, ребята, ареновские бои. Понял. Так, а как мне посмотреть, какие у меня вообще здесь? А, мне же нужно их вывести вначале. Ну, конечно же, ребят. А почему он не прокачанный? Скажи-ка мне на милость. Воу-воу-воу. На-ка. Захомячил рыбку. Вот так вот, на изи. Просто-напросто захомячил и все. Так, тут у нас... можно сделать, в принципе, ребят, слияние. Нет, за 100 долларов я не буду. Я уж лучше потерплю маленько. А потом мы все с тобой сделаем. То есть у нас два динозавра, которые готовы сделать легенькую такую эволюцию. Вот файлы, которые ты просила. Большая часть из тех времен, когда я еще не пришла. Фу, ну и грязные эти коробки. Извини, а зачем они вообще тебе? Я кое-что ищу, верну их, когда закончу. Нет, так не пойдет. Из офиса ничего забирать нельзя. Служба безопасности нам на шею села. Разместите три украшения вокруг отеля «Тройная корона». Это где у нас «Тройная корона»? Так, подожди. Отель. Вот отель. И что нам... Ох, ё-моё. Прими участие в событии сообщества. Всемирные события соцсети. Забрать. Ох ты, это, ребята, супер ДНК у нас копится, да? Пройдите события сообщества всемирные события. Соберите предметы создания по производству ДНК.
Это вот здесь нужно. Так, заполните счетчик прогресса, чтобы улучшить это здание. Необходимо заполнить счетчик за счет сбора. За счет сбора ДНК, я так понимаю, да? Ну, скорее всего, так оно и получается. За счет сбора ДНК. Так, подожди секунду. Здесь соберите с, ага, с динозавров. Ну, 60 тысяч, блин, сможем ли мы с тобой забрать это здесь? Это именно с динозавров, да, нужно все это схомячить? Не получится. 245, 308, нет, не выйдет никак. Не в этой серии, потому что, ну, я уже весь доход практически с них собрал. Придется терпеть. Так, а здесь нам нужно разместить три украшения. Три украшения. Это что они имеют в виду? Так, золотую статую нужно еще разместить, кстати. Слушай, ну вот это вот получается как украшение. Но его бы, блин, на самом-то деле куда-нибудь поприличнее поставить, потому что он дает неплохой доход. Не то, что неплохой, офигенный доход дает. Вот этот фонтан, наверное, мы уберем с тобой. Вот этот вот. Он здесь пока не нужен. Остров Сорна. Нет, давай просто его продадим. А вот... Подожди, а он сюда поместится у нас? Сейчас проверим. Да, он сюда поместится. Во! Это совсем другое дело, ребят. Вот здесь ему самое место. Прибавку дает офигенную. Тут вообще, ребят, 50%. Тут 33%. Отлично. Так, собрать. Блин, тут только лишь почти, ребята, почти 20 тысяч мы насобирали. Три украшения. Возле вот этого вот здания. Я так понимаю, фонтан. Вот это вот все украшение идет, да? Хищное растение. Так, у нас еще вот это вот есть с тобой. Куда бы его поместить-то? Я так понимаю, это просто она приносит доход. Поэтому нам можно вот куда-нибудь здесь влепить. Даже вот сюда. Пускай делается. Сколько там? 9,5 часов. Так, офис службы безопасности. В принципе, мы можем с тобой вот этих вот фонтанчиков наставить. Они очень быстро делаются. Если это, конечно, украшение. Ну, по идее, фонтан, да, это должно быть как украшение. И прям написано рядом. Куда вот рядом? Ну-ка, посмотрим, это засчитывается. Так. Вокруг отеля. Что-то не засчиталось, как бы, ребята. А если вот сюда, вот прям рядышком? Прям в притирку я поставил. Засчиталось, блин. И как мне сделать? Они же не... Хотя, подожди, может быть, поместится все-таки? Сейчас посмотрим, ребят. Вот сюда вот еще поставим, да, одно. И последнее нам нужно. Вот так вот. Есть. Задание выполнили. Зара, я не хочу тебя подставлять, но мне очень нужны эти файлы. Барри, если меня поймают, за моим местом есть ксерокс. Спасибо, спасибо. Ты настоящий лучик солнца в пасмурный день. Время для еще одной схватки. Думаю, тебе понравится сюрприз, который я тебе приготовил. Так, а мы уже победили. Задание выполнено. Забираем награды, опыт, все дела. И все, да, получается. Нам нужно только лишь собрать 60 тысяч монет. Вот это вот не могу понять. Пройдите события сообщества всемирное. События соцсети. Вызов. Ну, если я нажму вызов, меня, ребята, отправят на Facebook.
на их сайт. И что я там должен буду делать? Просто голосовать? А, у нас же территория еще можно. Так, ребята, на расширение. Да, у нас такая обалденная территория. Я думаю, что надо где-то вот здесь уже начинать расширять потихоньку, да? 158 тысяч, ну для меня это не проблема. В принципе, пока. В новостях все? В новостях у нас с тобой все сделано. Так. Схватка. Давай-ка посмотрим, что у нас тут и кто у нас тут. Топежера, 40 уровень. Ух, и плюс пеликанимим. Ну и с этим можно, конечно, справиться. А вот с топежерой что делать? Анкилозавр, блин, вряд ли он справится, конечно, с топежерой. Но я попробую. Подожди, стопижар. Ну да, анкилозавр, все нормально, все правильно. Аргентинозавр. Мне кажется, это беспонтово. Вот кого нам надо забрать, скорее всего. И хищника. Ну и тут, наверное, я думаю, что все-таки Гуанлюн должен выиграть. Ладно, ребят, попробуем сейчас одолеть. Так, 105 у нас к атаке идет против топижары. Возьму-ка бонус. Возьму-ка я бонус. Но этот, естественно, будет атаковать, мне кажется. Или на обмен пойдет. Ему невыгодно обмениваться. Так, вот что он там задумал, я не знаю, ребята. А если в атаку все слить? Давай рискнем. Ах ты, жук ты навозный. Перехитрил меня, да? Ладно, смотрим. 3, неужели все в атаку спустит? А он может. Все, ребята, ему тогда крышка. Сейчас мы с тобой его добьем. Так, он все слил, да? 176, то есть 2 атаки всего лишь наносим. И берем бонус. Так, пошел сюда ты, пижара. Бомжара. Так, переканимим. Ну, тут с тобой вообще все просто и легко. Мой ход, естественно, я переключаюсь на Гуанлуня. И Гуанлунь просто наносит ему 2 атаки. Да, ребят. Это довольно легкая была схваточка. И мы с тобой сейчас получаем что? Топижару? Да, как ни странно. Это был уровень схватки 25, еще раз повторяю, ребят. Так, дайте мне в коллекцию топижару. Продолжить. Открыта награда. Ну, тут он, конечно, ребята, красиво выглядит, да? Топижара. Это существо теперь доступно на рынке. А разве до этого оно не было у меня доступно на рынке? У меня их аж 3 штуки. Так, бесплатно. Что это у нас тут? Пахицефалозавра. А, можно ускорить бесплатно. Давай. Результат посмотрим. Отличный результат, все у нас получилось, и мы забираем. Чуточку мы его прокачали, ребят. Так, ну что, сделаем давай эволюцию тогда уж. До 20 уровня мы его прокачаем. Все. Заберем с тобой эволюцию, и хочу посмотреть, какой тут можно гибрид из него сделать. Ага. Пахицератопс. А для этого нам нужен этот 40 уровня, а вот этот кто у нас? Насутатцератопс. Ну, такого у меня нету, к сожалению. Нас вот от цератопса этого. Придется терпеть, ждать. Блин, как же мне хочется собрать монет, но не получится. Хочется, но не получится. И что еще? Еще я хотел, ребята, надо водяных динозавров активировать. Вот они, да? Протостега и Прогнатодон. Сколько ты потребуешь? 50, блин, дорого. Может быть, все-таки подождать чуть-чуть. Нам все равно спешить как бы некогда. И некуда. Этот скоро еще выведется через 10 часов. Стегозавр. С питомника. Ну, схваток у нас с тобой новых пока нету. Сюда идти бесполезно, потому что у меня нету водоплавающих. Только лишь один, да и сам понимаешь, он не прокачанный. Что я там с ним буду делать? Так, тут 26-й, 27-й Джунгариптор.
На 28-м Кулазух опять откроется. Ага, на 30-м Прогнатодон. Там кто у нас? Зянга, фиг поймешь кто. 31-й уровень схватки. И что, и все? Это последний будет уровень схватки, 31-й? Понятно. Так, ну что, дорогие друзья, думаю, что на этом, пожалуй, сегодня и все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!